Всем привет! Сегодня буду готовить имбирное печенье. В миске смешать муку, разрыхлитель, соль, корицу и имбирь. Мягкое сливочное масло соединить с сахаром и растереть до однородности. Добавить яйцо комнатной температуры и перемешать. Затем добавить мед, перемешать. Добавить лимонную цедру и перемешать. Постепенно добавить мучную смесь и замесить тесто. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на 30 минут. Сахарную пудру смешать с корицей. Из теста сформировать шарики размером в грецкий орех, обкатать в сахарной пудре. Выложить на застеленный противень на расстоянии друг от друга, слегка придавить сверху. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 15 минут. Готовое печенье остудить на решетке. Очень вкусное и ароматное печенье. Приятного аппетита!